Снова здорово, господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, а у нас есть новости, есть хорошие, есть плохие. А хорошая новость в том, что у нас появился телеграм-канал, если что, можешь туда добавляться, там будут различные новости, уведомления и прочее, прочее, прочее. А плохая новость, если не использовать, собственно говоря, нашу черепушку, она же черепашка, она же мега-хилон, то на ней разваливаются все постройки и она обрастает всем подряд. То есть, вот смотри, я сейчас на нее залезу. И все. На ней начали расти кусты. Которые, кстати, нельзя собрать вроде как. Нет, нельзя, к сожалению. Она покрывается зеленью. И вся моя база просто-напросто пошла по звезде. Вот. Я не уверен, из-за чего это. Может, из-за того, что я долго не использую. Может быть, из-за того, что черепаха находится на суше, а не в воде. Вполне может быть и такое. Давай мы сейчас ее опустим в воду. И сожрем угрей, которые нам тут мешают. Все, скушали. Так, о, скорость передвижения. Давай качнем немножко. Хочу, чтобы она быстрее двигалась. Не ори. Сходил я еще раз на нашего плюх. Альфа. Забыл, как его зовут. Моэдера. Прикол в том, то, что тег-чертежи далеко не обязательно падают. Из трех попыток, которые я сделал за кадром, угадай, сколько мне упало тег-чертежей. Пиши в комментариях, пока не поздно. А я тебе скажу, что ноль. Абсолютно. Ничего не упало. Так, ты кто у меня? А, ты не ты, когда голоден. А где мой основной-то? Вообще ничего не упало по тег-чертежам, но упали весьма неплохие вещи, которые я пока не получал с других боссов. Так, это кто? Это мозазавр. Стоп. Хорошо, а где мой провансаль? Вот это, наверное, мой провансаль. Потому что мозик у меня сочетается с мазик. А мазик я знаю только одно. Это провансаль ежика. Давай посмотрим, что у нас выпало. У нас выпали тег-когти, которые, к сожалению, нельзя использовать без энграммы. Я пробовал, не надо писать, что можно. Не, конечно, может как-то и можно, но я пробовал стандартным способом поставить в ячейку, и оно не работает. Нефтяной насос выпал, еще одно снаряжение для планирования выпало. Ветряк выпал, у меня их теперь аж целых два выпало. Два огнемета, простой и не очень. И все. То есть, на самом деле, ничего интересного такого, но я, в принципе, доволен, но тег и грамм нету. Тег и грамм, к сожалению, нету. А, кстати, еще, подожди, стой, а можно тебя как-нибудь вот попросить оплыть остров? Попросили меня спрыгнуть с этими крыльями, спланировать откуда-то с вершины. Ну, давай мы с тобой попробуем куда-нибудь забраться. Нам для этого, наверное, понадобится Бориска. А, подожди, я не понял, а где... Бориска у меня на том острове. И пошли попробуем. Так, здесь мы с тобой залезем. Меня просто терзает еще одно смутное сомнение, что я потерял своего аргента. Я не помню, я его оставил либо на болоте, либо он у меня исчез вместе с базой, потому что он стоял как раз таки на базе на моем мегахилоне. Давай, залазь. Ну, серьезно. Так, где у нас Бориска? Был прав тот подписчик, который сказал, что на Бладсталкере наоборот хорошо в водном биоме, потому что Бладсталкер все-таки водяное вроде как животное, да? Или насекомое даже. Опа, ночь пришла. Это плохо. Давай на самую макушку. Давай, 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 давай. Отли... Вот давай еще чуть-чуть повыше. Отлично. Так, отцепись. И, пожалуйста, я тебя с собой заберу. Можно? Если ты не против. Другалек, пойдешь со мной? Это кто? Если что, это не я. Не смотри так на меня, я тут не при делах. Отлично. Так, и побежали мы с тобой, сейчас спрыгнем откуда-нибудь повыше. Блин, мне эти крылья на самом деле вообще понравились. Я за кадром прыгал с маленького острова. А теперь прыгнем с большого. Блин, вебка опять глючит.
Че ты глючишь, вебка? Вот что тебе надо? Объясни мне. Чтобы я тебя выкинул, я тебя выкину. А ну давай. У, сука. Класс. Не, ну это здорово, конечно. Это просто шикарно. Давай в сторону дома полетим. А фоторежим можно? Да. Смотри, красота какая, а. Охуеть. Просто великолепно. Просто великолепно. Ну серьезно, ведь красиво, согласись. Да, мне очень понравилось. Ну, ладно, давай тогда побежали к нашему чувачку. Можно в любой момент выключить и включить, да? То есть его можно использовать как планирование, как и парашют. Ой-ой-ой-ой-ой, спокойно, 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 спокойно. А как мне вниз на нем пикировать? Shift? А, да, пикировать Shift. Нормально, нормально, не убились. Не убились и уже хорошо. Так, а провансаль, ты провансаль? Не вижу. Да, провансаль ежика. Супер, пошли тогда повыполняем задание сегодня. У нас есть прятки на волнах. Путешествуйте по прекрасному рифу, избегая хищников, пока Хелена указывает вам на скрытые пункты в воде и над водой. Ну почему бы и нет, пошли, она у нас ближайшая, тем более вообще 35 метров. Просто идеально. Просто супер. Так, только не застрянь, пожалуйста. Все, стой здесь. Класс. Вроде высота небольшая, но супер, мне понравилось. Все-таки что-что, а крылья эти прямо порадовали. А, давай на гамму тогда пошли, почему бы и нет. Воу, спокойно. Не говори, что ты меня куда-то будешь телепортировать. Пора немного пошариться. Пособирать. Ну да, это ж почти, практически одно и то же. Это куда? А, все, я понял. Так, нет, подожди, это не то. Вот то. Блинский, точно, в воде и под водой. Над водой. А, это маленько уже неудобно. Слушай, может тогда за Бладсталкера? А Бладсталкер опять же под водой не умеет. Хотя нет, подожди, почему не умеет? Умеет. Это много, но нам нужно гораздо больше. Да ладно тебе, нам всего-то 4 надо. А, 4 по 4. Допустим. Так, провансаль, иди сюда. Давай прицелимся, нам куда-то сюда. Не... Вот, все, нашел. Нашел, 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 нашел. Не люблю, честно говоря, такие миссии. Но, опять же, это интересно посмотреть, попутешествовать по биому. Так, я забрал. А где следующее? Это там ты мне покажешь? Или, Хелена, ты не умеешь под водой разговаривать? Да вроде как умеешь, весьма неплохо при том. Там есть что? Нету. А где тогда? Куда-то сюда надо. Блин, если бы не этот значок-индикатор, я бы вообще заблудился. Супер. Поищем еще. Да почему бы и нет. Интересно, какие призы. Вот эти миссии проходить мне нравится только за счет того, чтобы узнать, какие призы. Потому что для меня все новое. Ты же знаешь прекрасно, что я в Арк никогда не играл. И для меня вот реально каждая вещь практически является чем-то новым. И это доставляет немалое количество удовольствия, скажу я тебе. А куда? Подожди, стоп. Етижа, пассатижа. Ты спрятался, конечно, хорош. Это много? Но нам нужно гораздо больше. Допустим, я знаю, что думаю. Нам надо одеть ласты, чтобы это было все дело побыстрее. Вот так вот. Побежали. Ты чего? А, пузырек. Вот казалось бы, такой босяцкий пузырек, да? А, останавливает, полностью парализует мозазавра. Казалось бы, такая махина здоровенная, мозазавр. Но нет. Да где вы там? Надо электрофоруса одного себе приручить. Я, правда, честно говоря, не подозреваю, зачем он вообще нужен.
И куда? Зеленая там. Так, а где? Где-то чуть повыше или чуть пониже? Не, пониже, походу. Вот это загадка. Блин, тут аммониты. Сейчас травануты, мне придется от всех отбиваться. Вот оно где. Поищем еще. Да, давай, конечно же. Так, я думаю, что нам стоит отправиться сюда. Судя по индикатору. Где-то здесь. Вот оно. Идешь сюда. Хищников не особо много, честно говоря. Нас никто здесь так-то не напрягает. Я взял? Да, я взял. Так что плаваем мы фактически с тобой на расслабончике. Так, теперь в этот туннель, наверное, нам надо занырнуть. Окей. Есть, вижу. Все, супер. Блин, почему нету какого-нибудь приспособления для плавания? То есть, я забыл, как называются вот эти вот... Маленькие такие двигателята находятся с пропеллером, за который двумя руками держишься, и дайверы знают, как эта хрень называется. Я не знаю, честно говоря. Подводный скутер, не скутер ли? За него держишься, и он тебя под водой толкает. Было бы неплохо в арк такую херовину добавить. Или какую-нибудь маленькую живку, на которой быстро передвигаться. Не вот эту вот здоровенную хабазину хищника, а просто маленькую. Еще меньше, чем дельфин. Я знаю, что здесь есть дельфин. Он вроде тоже очень скоростной. И достаточно проворный вроде как гад. Но хочется прям чего-нибудь такого малюсенького. А где? Есть, нашел. Иди ко мне. Это у нас второй регион получается. Давай, супер. Найдем еще. Воу-воу-воу, спокойно, 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 пацаны. Давай, мазик. Хорош, блин, там все равно трое еще живых осталось. Вы куда? Вы чего это? Вы чего это, пацаны? Пацаны, вы чего? Чего это? Чего это вы, пацаны? Идите нахер. Так, я уплываю отсюда. У меня воздух кончается. Мазик, ты где? Мазик! Мазик, ёб твою! Скотина ты, мазик! Провансаль говёный, подставил меня, тварь! Вот и где его сейчас искать? А, вот ты где. Мазик, сюда идешь быстро. Мазик, ёб твою, остановись на секунду. Да пошел ты к чертям, мазик. Ух ты, ой, падла. А я и пожрать не могу. Мазик. Фу, ты так не делай никогда, понял? Охереть ты, подстава, конечно, жесткая. Че тебе вкачать? Вот что тебе вкачать? Под атаку, здоровье, не знаю, перекачанный тип, скорость. Зачем мне скорость передвижения? Давай здоровье, не знаю зачем. Пошли дальше. Фух. Так, отправляемся мы в террариум. На этот раз. Ну, мазик, конечно, скотина, тварь. Стой, подожди, а террариум это не то, что я думаю? Да, террариум это то, что я думаю. Стой здесь и на пассивочке, потому что тебе сюда нельзя! Осторожнее! Гений, мать его, Альна. Я совсем забыл про высоту. Сука, а у меня ведь там и Бладсталкер. О, вот
Вот это ты жжешь, конечно. Так, подожди, девонька. Давай-ка мы в Океанический. На восток. Готовься к телепортации! Блин, и задание, получается, слил. Дерьмовское задание. Не буду я его больше проходить. Все, мне не понравилось. Плохое задание. Неинтересно. Абсолютно. Вообще. Блять, расстроился. Не, ну серьезно, ну как так можно было? Ну хоть бы учитывали, ну, блин. Такие ворота здоровенные сделали. Телепорт активирован! Ак, я еще главный дурак, надо было второй раз на пробел нажать, у меня же... Мы на месте, точно у цели! У меня же были гребаные крылья. Вот и аргент, кстати, мой. У меня были гребаные крылья. Так, X-мозазавр, еще один. Давай здоровье тебе покачаем. А вот и куда мне теперь отправляться? Вот объясни мне. Вот где я сдох? Ага, здесь, по-любому. Да, вон и мой мазик стоит. И Дунклиостер еще тут же. Ну теперь я такой ошибки совершать не буду, я спущусь пониже. Самый низ. Вот так вот. Да, надо было сразу так сделать. А где тельце-то? Да ладно. Да ну брось. Да ну прекрати. Это, конечно, весело. А где? А, не понял. Фух, я уж думал застрял в этом, в текстурах. Нет, повезло. Так, скины нахер выкидываю все. Они мне не нужны. Это я одел, одел. Почему бы и нет? Также сюда, сюда. И... А, скин сохранился, отлично. Все, пошли лучше какое-нибудь другое задание выполним. Мне это задание не понравилось. Медуза. А ты мертвая медуза? Ну, судя по всему, да. Есть биотоксинчик, хорошо. А где у меня второй мазик? Уплыл? Кто меня преследует? Стая агрессивных рыб? Да пошли они. Так, давай мы тебя с собой заберем, чтобы ты не потерялся. Пошли лучше какое-нибудь интересное задание выполним. Дельфиний блиц. Всеобщее состояние на скорость, чтобы узнать, кто быстрее. Водовороты и рифы преграждают... О! Это гоночки! Хорош, гонки я люблю, гонки мне нравятся. Так, пацаны, стойте тут. А почему у меня персонаж раздет? Не понял. А я чё, не оделся, что ли? Как это? Я же одевался. Я ведь серьезно одевался. Я ж не мог на убитое тело одеть. Я что-то не то выкинул? Да подожди. Нету... А, прикинь, серьезно, я объект одел. Ебать, я дурной. Я одел убитое тело. Писец. А теперь я понял. Вспомни, когда я умер. Я не помню, где я умер. А где умер? А, когда мы ходили на бета-рой насекомых. Я умер, и потом пошел забирать свое тело, и я не досчитался штанов и еще чего-то. Я, оказывается, тоже одел убитое тело. Блин, вот это бред. Ну, как бред? Это невнимательность называется? Ну и бред полнейший. Да отстань от меня. Кхетижа, пассатижа. Так, давай сразу альфа-гонки. Так, пацаны, защищайтесь. Ну чего?
тебя 12 хп, тебя будут, наверное, лет 20 бить, чтобы снять у тебя по 12 хп, вообще все хп. Опа, отлично, я готов. А можно мне на дельфинчика взглянуть? По коням выживший! Ничего не видно, не дают. 3, 2, 1. Есть. Хорош, ты мчишься. Идеально. Ускоренница. Я надеюсь, он не будет цепляться, как цеплялся у нас некогда. А кто цеплялся? Саркозух, во. Так, мозазавры, это не страшно. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Это подстава ускорения-то. Я мог мимо проскочить вообще элементарно. Сколько время? Минута 45 осталось. А сколько было? 2? 2.15? Не вижу. Ёбана! Так, ой-ой-ой-ой. Тихо, спокойно. Мозазавры и хищники меня не пугают. Единственное, кто меня пугает, это угорь, скорее всего. И тусик. Хотя тусик это классно, я буду знать, где он находится, потому что я до сих пор не могу найти себе тусика. И да, я знаю, что его зовут Тусотесиус на самом деле. А то пишут тусик, это неправильно. Ну как бы мозик и мазик тоже неправильно, и вообще много чего неправильно, но я просто сокращаю. Мне удобнее называть тусик, чем Тусотеутис. Тусотеутис, по-моему, правильно. Тусотеутис, да. Я же даже не поленился, прочитал на нем, о нем на Википедии. О настоящем Тусотеутисе, а не о арке. И это, оказывается, я думал, что это кальмар большой, а оказывается, нифига. Он все-таки его относит больше к осьминогам, чем к кальмарам. Почти не осталось. Так, сколько ты? 54? Серьезно? А это реально? Мы все круги с ускорением собираем, если что. Прибавь шагу, выживший. Да я не шагаю, я плыву так-то. Хотя по морю ходят, но мы не по морю, мы под водой. Да ладно, ну серьезно, ну пацаны, ну 4 секунды, ну да, ну блин. Да не может быть. Довольно-таки странно. Я нигде не накосячил. Не, я ж нигде не накосячил ведь. Защищайся. Все, хорош, стой, на пассивке стой, куда поплыл? Блин, а почему так-то? Влезай на своего коня. 3, 2, не ори. Попробуем от первого лица. Всегда в гонках, когда я проигрываю с видом сзади, я начинаю играть от первого лица. С камерой от капота, допустим, или из салона. Нигде ни разу не зацепился. Не получил удар электрошоком. А, вот оно в чем. Подожди, я понял. Вот здесь вот единственное место, где может быть что-то не так. Да, мне там буквально пары секунд не хватило. Все, я понял, давай заново. Там надо это ускорение либо не брать, либо брать под каким-то определенным углом, чтобы можно было проскочить в следующее кольцо. Давай попробуем. Это интересно. Это на самом деле интереснее. Не то, что босса бомбить. Я понимаю, что, конечно, сражаться, оно тоже классно, да? Когда ты даешь люлей, при этом выигрываешь еще, это тоже классно. Но вот выполнять различные задания поинтереснее будет. Вот, в частности, гонки. А поиски я не очень люблю, честно. Сопровождение тоже неплохо. Так, давай попробуем. Есть, 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 есть. Идеальный угол. Просто траектория божественная. Вообще надо по внутреннему радиусу заходить. Если ты чуть-чуть разбираешься в гонках, то надо всегда заходить по внутреннему радиусу, так как он меньше. Ну как всегда. В зависимости от трассы, конечно, но лучше, да, всегда. Но опять же, здесь тактика гонок не будет работать. Потому что здесь нет определенного кольца, нет определенной траектории, и здесь нету... Чего здесь? А, оттормаживания, допустим, нету, да? Здесь оттормаживание, наоборот, будет нам вредить. На пользу оно нам явно не пойдет. Да я-то выжимаю.
Вы мне дельфина хренового подсунули. Есть побыстрее, пацан? У него привязка низкая. Давайте я своего дельфина сделаю с привязкой 100-500. И эффективность привязки выставлю на 200. Охуенно. Да не могу я сейчас телепортироваться где-то. Давай быстрее обратно. На воздух, на воздух. Да ну нет, ну серьезно, я же сейчас умру. Прекрати, у меня баллона с... Я почему-то вот у меня в голове переклинивает, что если я выполняю задание, то... У тебя всегда есть еще один шанс. Иди в жопу. То я всегда должен быть защищен от упадков кислорода. Но такого нету. Телепорт готов! Бляха. От сандалика. Сейчас опять надо собирать. Блин. А где мой баллон, кстати? Куда делся мой баллон? Где мой баллон? У Мазика у какого-нибудь? Телепортируемся сейчас! А что он будет делать у Мазика? Мы на месте! Точно у цели! Так, а у меня есть еще один Мазик? Или я все, всех просрал? Где-то еще один должен быть. У меня же два родителя были. Давай, упади, убейся еще. Блин, а так хорошо шел. Вот я тебе отвечаю, то была победа, определенно. Так, ладно, хрен с ним, с Мазиком. Пошли на базики теперь. Так, и куда мне надо? Блин, ну обида же, а. Осторожно, зубы внизу, дельфиний блиц. Где? Ну, не так далеко, в принципе. Да, скорость передвижения у него херовая. Кстати, у него седло почему-то не отображается. Вот если его засунуть обратно в криопод и достать из криопода, то у него будет появиться седло. А так у него не отображается по какой-то причине седло. Я сейчас возьму задание. Не, подожди, а тело мое телепортирует вот сюда к дельфиниму блицу или нет? Или мне прям его реально где-то надо искать по пути маршрута? Да, я вижу, вон зеленая херня. Не, телепортировали сюда, отлично. Отлично, шикарно. Ну давай последнюю попыточку. Как раз в 30 минут видосика должны уложиться, но может чуть-чуть побольше, там 31-32. Я не понял, а куда мои мазики делись? А, вон есть, на месте. Так, идешь сюда. Стой, тело, блядь. Да ну не, ну серьезно. Ну не сейчас. Не сейчас. Придурки. Есть, забрал. Пошли сгоняем быстренько до нашего мозазавра. Куда у меня баллон серьезно делся? У меня же был баллон с воздухом, я помню. Я же его брал на альфа Моэдера. Провансаль ежика, в тебе баллон лежит? Бля, он сломался. А у меня еще один был. Серьезно, еще один был? Это я тебе 100% говорю. Хм. Странно, но теперь нету. Ладно, хрен с ним. Пошли мы тогда воздуха хапнем. В последний раз. И попробуем еще один заезд. На один заезд у меня воздуха, в принципе, неплохо так хватает. Я бы даже сказал, что с запасом. Давай, давай, давай. Дельфини блиц. Альфа, поехали. Не можешь жить без гонок, выживший? Вообще не могу, слушай, гонки люблю. Аж переночевать негде. По коням выживший! Время гонки! Прикольно. Ладушки, ладушки. Давайте ТП меня. Отлично. Так, все, я с видом от первого лица херачу. Я готов. Жги. Три, два, один.
2 минуты 15 секунд нам дают на выполнение задания этого. Блин, не забыть про кольцо. Про кольцо главное не забыть. Не то, которое в нос вставляют или в ухо. А вот про вот это ускорительное. Есть, опять попал. Ну, это идеальная траектория. Просто божественная. Я уже царь-бог, я разучился. Научился, точнее, не разучился. Хотя я разучился в гонке играть катастрофически. Последний раз я играл в первый, во второй Underground и в оригинальный Most Wanted. Но и то это было очень давно, и то, по-моему, по пьяньке. По пьяньке, по синьке. Но ты так не делай, это плохо. Знаю, ни к чему хорошему это никогда не приводит, уж поверь мне. Поехали, поехали. Давай, жги. Отлично. Да, давай покажем. Что покажем? Я могу жопу показать. Хочешь? Блин, да я должен. Ну идеально же идем, ну согласись. И траектория у нас идеальная, и кольца с ускорением мы все берем. И нигде не тормозим. За рифы не цепляемся. Просто эталонная гонка. А кроме шифта есть какое-то ускорение у дельфина? Может, я чего-нибудь не знаю? Времени почти не осталось. Потому что базик, например, оказывается, как кит умеет плевать вот эту вот струю вверх. Я не знал, я это чисто случайно увидел. Есть. Так, вот сюда бы еще попасть тоже нам было бы неплохо. Но его не заносит так сильно, как гребаного саркозух. Да в смысле 10? А, подожди, а в прошлый раз у меня было, по-моему, 5 секунд. А сейчас 7. Есть, 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 это победа. Первое место, отлично. Фух, я тебе говорю, что сделаем. Сделаем. Вышла выживший. Сделали. Так, а что у меня выпало? Вегетарианский день суп, хитиновое говно, сюда. Хитиновое говно, чертеж океанской платформы, хитиновое говно, целебное тварь, хитиновое говно, меховое уховое говно, я все. Я сама подустала. А я без килограмма. Так-то отстой. Так-то бешеный отстой. Хитиновое притом. Зачем мне хитиновое? Ну ладно. Ладушки, ребят, на этом мы будем заканчивать. Если интересненько, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, канал Freesun Games.